Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня мы поговорим по поводу новой экзотики на Титана. На мой взгляд, данная экзотика больше подходит к PvP, чем к PvE. Почему, спросите вы? На самом деле все достаточно интересно. Благодаря этим новым перчаткам у вас баррикада становится прозрачной, и через нее можно стрелять, как и вашим союзникам, а вашим противникам, как и по обычной баррикаде, ее не пристрелить. Стоит отметить, что эту баррикаду достаточно легко сломать, и держится она там в районе 10 секунд, но на самом деле этого вполне достаточно, потому что за это время вы можете благополучно забрать парочку противников на тот свет. Помимо этого, вы можете спасти себе жизнь, а также эта баррикада как отталкивающий фактор. Что я имею в виду? Все очень просто. Эта баррикада выделяется в отличие от стандартной баррикады, и поэтому, когда противник обычно бежит на точку и видит, что Титан стоит за такой баррикадой, обычно он отступает. Хотя есть противники, которые еще не разобрались с этой баррикадой и бегут на вас в лоб, да, и тем самым становится просто легким фрагом. Вообще, я заметил такую тенденцию, что данными баррикадами в основе своей пользуются кто? Те, кто играет с импульсными винтовками, те, кто играет с винтовками разведчика, а также со снайперскими винтовками. Но ничего удивительного в этом нету, да, это игроки, которые предпочитают такой дальний бой, да, и данная баррикада повышает их выживаемость и, соответственно, результативность. Если взять меня, пока максимальный результат, которого я добивался, это 7 КД, то есть по истечению матча. Но, честно говоря, к данному стилю игры все-таки приходится привыкать, потому что не привычно стрелять через баррикаду. Но имейте в виду, данная баррикада от ульты, вот сейчас перед вами будет солнечный выстрел, вас вряд ли спасет. Откровенно говоря, у титанов не так много экзотиков для PvP, и вот эта экзотика, считаю, что точно займет свое место среди пула экзотик. Мне данная экзотика понравилась, хотя я отыграл не так много игр, и я продолжу ее тестировать, но черт возьми, она действительно повышает вашу и выживаемость, и эффективность. И самое забавное, от вас шарахаются, и вы можете спокойно захватывать точку, и вас вряд ли кто-то тронет. Жаль, я не записал момент, когда мы вдвоем, два титана с такими руками, остановили атаку противника. То есть мы вдвоем сделали минус 6, я сделал минус 3, и мой союзник также сделал минус 3. Вот они, данные перчатки, называются они «Укрепление Сейтана» нового сезона. Выглядят они, конечно, не фонтан, но при этом действительно неплохие в плане как экзотика. Вы и ваши союзники можете стрелять сквозь баррикаду, об этом я сказал. Время действия и прочность ее уменьшены, об этом я вам также сказал. Ну а выбирать данные руки или нет, или взять себе синтоцепцы, допустим, в PvP, выбор за вами. На этом у меня все, спасибо, что смотрели, ставим пальцы вверх, подписываемся на группу, на канал, ставим колокольчик. Всех благ, друзья!